А всем привет, с вами Данте и... Чарли. И вы просто не представляете, как мы сейчас играем. Я через демонстрацию экрана показываю Чарли эту игру. В общем, сейчас будете понимать, почему я нуб в этой игре. То, что он сейчас мне будет подсказывать капитально. Как и, блин, у меня в желудке урчит все капец как. Значит, все, сейчас хана не будет. А, так, чернокнижник, друид. Кого берем? Давай чернокнижника, что, новый персонаж. Ну, давай. Окей, играть. Ну, я тебе недорассказал насчет этого снов. Вот самое опасное, что я заметил у себя во снах. Вот я в некоторые моменты чувствую вкусы. Лол. Некоторые. Я вот когда воду когда пил, я чувствовал, что она хлорированная капитально. Вау, хлорку жрал. Я вот буквально выпил воды во сне, блин, я почувствовал хлор. Блин, я откашляться не мог во сне. Я чувствовал все вкусы, вот все, что я там ел во сне, я все чувствовал. Я проснулся, я испугался еще. О, мы против охотника играем. О, отлично, охотника, значит, получим, если выиграем. Так, провокатор. Провокатора за 5 убери. Так, провокатора? И, наверное, еще вот эту шкальную ракетницу тоже. Окей. Шальную, точнее, шальную. Шальную выбрал. Да, я шкальную сказал. Шкальную, ну, понятно, что шкальную. Нет. Ну вот более-менее пришло. Ну, нормально. Ваш противник думает. Думы! Он думает. Дум, понимаешь? Он не персонаж Доты, а именно Дум. Игра. Дум, знаешь? Блин. Ну, чё он-то... А, ну да, он сейчас будет думать. Это убрать, нет. Это убрать, нет. Нет, чё убрать? Все уберёт. Понимаешь, он видишь, он психует. Да, я вижу, он что-то думает. Видишь, он психует. Он за теперь думал. Отлично, у меня монетка есть. Так. Значит. Рывок. Нет. Можно пропустить ход, можно использовать монетку и поставить суккуба. И еще плюс одну карту сбросить какую-нибудь. Да, очень неплохо, можно попробовать. Монетку, в общем, использовать и суккуба. Да? Ага. Так, монета. Монетка, блин. Он еще не сходил. Да мне пофиг, я хочу ходить. Мужик, давай ходи, я хочу ходить, понимаешь? Так, бывает случайную карту. Я случайную карту сбрасываю. То есть я могу забросить дракона механика. Дракон механика могу случайно сбросить. Могу сбросить алого крестоносца. Или... Блин, то есть опасно. Он что так долго думает, блин? Либо он осел, либо долго думает. Окей, может быть он АФК? Если не АФК, сейчас выиграем. Лол. Вот, выиграли, все. Все, я выиграл. Учиться надо. Все учитесь, как надо играть. Открытый охотник. Лол. В общем, запомнили, как надо значить? Вот, зашёл. Чисто так, что-то поорал и все. Ну чё, еще раз пробуем? Да, пожалуй, еще раз. Ну, конечно, я опять же повторю то же самое, что и в первой части. Я абсолютный нуб. От меня умной игры ждать не стоит. Вы, конечно, можете посмотреть первую часть, я там, конечно, выиграл, но... Это не факт, что я тут выиграю. Хоть у меня хоть два мозга сейчас будут работать над этим. То есть мой Чарли зомби... Хотя, если зомби... Тогда это уже, ну, понимаете. Яблоко захавать. Не, не, не было. О, снова охотник.
Рексар! В общем, по-моему, мне надо охотника взять-то. Оба-на! Гляди-ка. Какие карты интересные. У меня сейчас немножко повисло. Подожди, ничего не делай. О, отвисло. Так, что тут у нас? Герой Штарнграда. Ну, блокнолищик нахрен буду, очень неплохие. Герой Штарнграда, но если мы его оставим, он тут долго будет висеть, его можно убирать. Ну, смотри, если мы его оставим, тогда на 7 ходу мы можем, когда будет 7 маны, мы ему так прикурить дадим. Ну, в принципе, это можно его, конечно, оставить. Но если уберем, может, там какая-нибудь хорошая шняга. Да, маны за 2 там придется. Оставлять или нет? Ладно, оставляй, посмотрим. Окей. Ладно, значит. Мурок налетчик. Так, окей. Мой ход. А, лидер рейда. Нормально. Угу. Так, ну что, мурок налетчик ставим. Вот. Так, о чем я? Вы берете карту, получаете 2 единицы урона. Угу. Понятно, в общем, я сам себе даю в глаз. Ага, и можешь вызвать знахара. Ага. Дал в глаз, вызвал знахаря. Не, смотри, хорошая идея, получить в глаз, вызвать знахаря, только это на 3-м ходу получится. Да. Хотя, может быть, он мне сейчас в глаз даст, я вызываю знахаря и лечусь. Че, здравствуй ему скажи. Вау. Прикольно. Ладно, здравствуй. Приветствую тебя. Ты че, убейся в волка. Вызори, не знаю. Кислотного... Да, слизнюка вызови. Не! И вот так. Так, закончите. Так, у него чего? Верный выстрел наносит 2 единицы урона герою противника. Нормально. Угу. Смотри. Можно сделать... Знаешь, какую тактику? Убивать его... Смотри, вызываешь лидера рейда и бьешь слизняком вот этого гада. А так, если я его даже не вызову, я могу слизняком. А, ну да, ты так убьешь. Тут я думал, он еще и плюс один к жизни. Жалко. Ну тогда просто слизняком убивайся. Смотри. Я могу взять карту, потом отхилиться. Да, можно. О, отлично! О, неплохо вышло. Ну и отхиливайтесь. Мужик, теперь ты понял мою тактику? Я тому, с которым играю. Ага. Так, что-то у него там интересное. Боевой клич наносит 1 единицу урона. Лол. Так. Мужик, ты в курсе, то, что я могу дракона-механику вызвать или всадника на волке? Если всадника на волке вызываю, я его убиваю. Вот этого. А что у тебя пламя тьмы делает? Наведи на него. Я хочу посмотреть. Уничтожает ваше существо и наносит им урон, равным его атаке. О, нет, всем это не надо тогда. Нет, это будет очень хорошо, сильная, смотри. Герой Штормграда, если у него будет дохрена карт, герой Штормграда и пламя тьмы, все. Если еще останется лидер рейда, то тогда еще его. Да. Так, ну чё, драконная механика? Или же рывок? Рывок, вот да. Угрожаешь мне? Давай драконная механика. Окей. Это я и мистер... Время почти истекло. Я затащу, понимаете? Понимаете, я сейчас затащу в его сторону. Он в любом случае убьется, если хоть кого-нибудь твоего. Ему будет выгоднее дракона убить. Угу. Нет, ему будет... Ну да, выгони, конечно, дракона. Выслеживание. Ну-ка, выслеживание, посмотрите, стрим. О, прикольно. А что он сделает? Ну, почитай. Нормально. Провокатора. Провокатора заюзал.
Либо нам долбанул. Ну да. Так что нам делать? Лидера рейда вызываю. Атакую дракончиком. Провокатора. Пожалуй, потом, да. Потом атакую дракончиком. Хотя, нет. Можно чувака рейда с рывком вызвать, и тогда всех грохнешь. Не, смотри, если... Хотя, да. Чувака с рывком и всех грохнем, давай. Смотри, тогда атакую сначала вот так, потом вот так. Угу. Можно и так, конечно. Но я тебе так не советовал, знаешь, как лучше? Да, вот так. И чуваком с рывком ударь провокатора. И дракон механиком туба не по. Да, я понял. Так. Окей, ну закончил. Блин, у него карта фига. Это плохо. Ну и хорошо то, что у него не скоро закончится. Если, конечно, мне повезет. Не лезь на кольки. Вызывает на поле боевого вепля. Нормально. Интересно. И еще по тебе стрелой. Зараза. О, провокатор. Можно, да. Можно. Да, можно. Держись, сзади. У меня такой уже план наклевывается. Знаешь, как ты можешь сделать? Можешь долбануться, можешь убить вепря, а можешь долбануться об эту дуру, которая большая. Если я об эту дуру долбанусь, я ее не убью. Ну, понятное дело, у нее одна хп останется. Нет, так не надо делать, долбанись об вепря. Вот я и говорю. В любом случае... О! Слушай, смотри, у меня как раз один фокс остался, нормально. Значит, мой план лучше был. Что-то вот я нажал, а до этого не подумал. Так, окей. Потом, что? Потом героя Штормграда вызываю. Провокатор будет мощнее. Получает плюс один и плюс один. А к чему все. Вот это? Это к жизни ко, и к ко всем здоровью. Атрибутам. Ой, к атаке и к здоровью. Так, иди-ка. Крокодайла вызвал. Ну, это, хотя... Кроволиск, ну ладно. А, Крокалиск, а не Кроволиск. Ну, лидер рейда. У меня его надо. Надо его первым убивать, лидера рейда. Чтоб нормально так он. Противник. Навызывал тут всего-всего. Ну, я говорю, надо лидера рейда убивать сразу. Так, смотри, дракона механицы, а разобьешься об лидера рейда. Так я и так хотел. Хотя... Знаешь, что я подумал? Вызвать героя Штормграда, потом подумал, что он... А все равно дракон механика умрет в любом случае, да? Хотя, знаешь что? А ну-ка заюзай Штормградовца. Вот я и говорю. Трепещи перед мощью Штормграда! А вот теперь дракон механицей разбей синя лидера рейда, а вот а крокодила. Об крокодила? Да. И с провокатором об лидера рейда или... Ну, можно еще вынуть. Лучше охотницу. Вот об охотницу. Я займусь этим. Не. Нормально. Он сейчас... У него будет сейчас тактика убить героя Штормграда, но он будет бить... Нет, это, он долбанет сначала по провокатору, а потом долбанет по Штормградовцу. Вот интересно. Или даже по тебе. А он в любом случае две карты потеряет. Не, он может по тебе долбануть. Он не сможет. Он сначала убьет провокатора, потом может по тебе долбануть. Тогда смотри. Я атакую лидером рейда по нему. И вызываю шальную ракетницу. Ей атакую, потом героем Штормграда Шандарах. И все. Ну да, будет очень немало урона. Хотя он может использовать... Верный выстрел убить не, моего. Не, верный корня. Выстрел только на героя работает. А, только на героя? А, ну да. Интересное решение. Какую-то карту он. Блин, провокатора вызвал. Так, еще. Нет. Еще нет. Нет, он. Он хочет кого-то вызвать.
Я предполагаю даже кого. Или что? Ты предполагаешь, что у него за карта? Возможно, возможно, рубок. Ага, что-то какая-то магичка. Че-че-че. А, один, одна единица урона. Так. Странно. Теперь смотри. О, у меня еще один провокатор есть. Хм, а ведь можно и провокатора заюзать. Ну да. Ну что, у него там тоже есть провокатор, и немало урона по тебе. Хотя может пойти. Ну да. Ладно, провокатора тогда. Врата открыты. Вообще великолепно. Так, героем Штормграда атакуем провокатора. Ага. Получается, и... Он в любом случае, если атакует... А, он в любом случае провокатора будет убивать. Он провокатора не убьет. Так, ну все. Так. Нет. Так, сколько у меня карт? У него нормально. Так. Сложные игры. Вот думать надо, вот я не люблю. Зал. Нормально. Вот твою дивизию. Хреново. Знаешь, что сейчас я тебе скажу? Если он сейчас провокатора не добьет, заюзай пламя тьмы. А, я понял. А он в любом случае добьет. Если он не уханется, атакует сначала оружейником. А он не выходится. А, ну да, он сейчас добьет его. И Лидиам Рейда сейчас меня будет бить. Вот, вот говно. А, у него монетка есть. Лол, оставил. Не, вот говно, да? О, двор диверсант. Стрела тьмы наносит 4 единицы урона выбранному существу. Так. В общем, у меня, знаешь, какая идея? Рывок и лидер по ним. Хотя. Слушай, интересно. Рывок. Пламя тьмы и все. А сколько нет. У твоего чувака? О, можно, да, давай. О, лидера рейда! Лидера рейда и потом пламя тьмы. А сколько у лидера рейда атаки? 2. Как раз у них по 2 хп. Нет, это надо. Ну ладно, в принципе. У тебя всего не одно пламя тьмы? Да. Да? Ну ладно, давай тогда. Конечно, было бы по-другому лучше. Давай, с лидером рейда разыграем. Уничтожил его. О, гляди, у него, считай, одна карта. Вот вряд ли будет какой-нибудь персонаж. Будет какая-нибудь магия. Хотя 100% у него какой-нибудь будет персонаж, блин. Я тебе как раз не знаю. Ага, неплохо зверь. У него вышло. Нормально. Знаешь, что сделать? Заюзы и стрелу тьмы. А сколько там, подожди, она на 4 урона? 4. 3. Да. У нас сейчас будет 10. От... Ну, о! Да. О, дракон-механик. Стрела дракона... тьмы, дракона-механик, лидер рейда. Так, дракона-механик. Стрела тьмы в этого... персонажа его, как знаешь. Вот зараза, нельзя применить к цели. Да, надо. Ну вот лучше по этому гаду заюзай, а то ему будет легче убить. Так, и лидер рейда. И все, и потом так. Дракончик об него разобьешься. Угу. И то он, скорее всего, ударит конец своего лидера рейда. У него. А у него может быть АОЕ. У него может быть АОЕ, знаешь. Только на если у него. Да, скорее всего, АОЕ. Да ладно. Нет. А, не, личка. Слава богу. КРКД, я его, блин. Он, скорее всего, будет меня сейчас... Нет, лидер рейда убивает. Да, я так и думал, что он сейчас лидер рейда долбанёс. А, ну смотри, у него в любом случае мало хп. Он всё равно умирает. Но, правда, да. Крокодил живой остается. Собака, он ведь тебя может чисто этой стрелой добить. Нет. Тревога бот, блин. В начале вашего входа это существо... меняется местами, случайно существом в вашей руке. Рывок. Почти бесполезная карта.
Ладно. В общем... особенно. Дракончиком разбиваемся от него, хотя можно нанести ему 9 урона. Вот. И по тебе 4 войдет. 5, 9. В общем, чего уже, как думаешь? Интересно. Хотя может тревога бота еще вызвать. И чего, его... здесь у тебя нет никого. Не, смотри, если мне выпадет какая-нибудь карта с персонажем каким-нибудь, тогда он обменяется местами, и у меня, считай, будет этот персонаж активный. Не знаю, можешь, конечно. Не уверен, но он может его убить. Ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так, ну то же самое думай, как об кого разбиться. Давай быстрее, дракончик. В общем, наносим его... Дракона... Оставляем ему меньше... бей по герою, а вот этой дурой бей дракончик. Да ладно. Ладно, можно было крокодильчик, конечно, открыть. Ладно, пофиг. Теперь гол мне повезло бы. Вот сейчас чисто чтобы у него ни одного существа не вышло. Лоу, реально не существо. Или дворф-диверсант какой-нибудь. А, чародейская стрела. А, и в меня, отлично. И сейчас смотри, если фортуна на моей стороне. Сейчас, если фортуна на моей стороне. Ну! И чё не меняется? Надо, чтобы он уже там был. В следующем ходе у тебя сработает. Ладно. О! Получает... Ну вот. И вот. О, ставь. Это можно. Нормально. Не! Ну да, конечно, тут ты проиграл. Ну, ну конечно, да. Тревога бот у тебя будет очень долго таким образом стоять. Нормально. Ладно, что-нибудь сейчас может произойдет. Может выиграем еще. Может у него опять не существо. Существо у него. Тварь. А, значит, он сейчас убьется. А, да, то есть у него у него, скорее всего, я предполагаю, какой у него расчет. Вот он любого тут почти. Ну, если он как бы ударит нашего этого гада. Ну давай! Ну давай, тревога бота, бей! Ну давай, давай, давай. Вот говно, ли? Нет, конечно, ему сейчас весь урон в тебя вливать. Один с картиной. Блин. Ну давай, чё-нибудь. Давай, говналь, ну. Ему как бы эффективно ударить вообще никого. Блин, давай, провод гори полностью, вернись. Отлично. Вообще никого у него не было. Вепрь. Ну, юзы и вепрь, чё я могу тебе сказать. В общем, теперь весь урон в него вливаем, нахрен. Вообще не думая. У тебя сейчас уже, знаешь, сколько жизни останется? Вообще мало, 6. 6. Потом я следующим ходом, если он не убьет. Он знаешь, что может сделать? Он может вепря твоего толпануть. Да похер! Если вепря он убьет, я особо ничего не потеряю. Ну он может, знаешь, вот я же сказал, что я так и думал, что что-нибудь такое будет. И сейчас он еще и убьет. Он сейчас твоего вот этого большого сильного чудика убьет. Да. Смотри, сейчас ему существо уничтожаю. А вепрем разобьись. Разбейся. О, у тебя чувак с рывком. Давай. И опять вливай весь урон в него. Так, мужик, ну тебе сегодня явно не повезло, кажись. Ну что ж, мы сравняли с ним жизни. Это будет сложно, я тебе говорю. Так, конечно, я могу рискнуть. Но уж не рисковать. Не-не-не, не надо. Давай. Главное, чтобы мне сейчас тут не существо было, не какая-нибудь атакующая. В общем, я его буду раздражать. Какая-нибудь левая магичка. Ну-ну-ну. Ага. Вот только, блин, не фаербол. Только не фаербол. А. Откуда у него фаербол? Есть! Надеюсь, тебе нравится.
рывок, ну. Есть. Отлично. Ну че, бей его всем, чем можно. Так. Я ему оставляю 4 хп. И на следующий выходит, его по-любому добиваешь, если у него нет ничего такого. Если у него не выпадет персонажа, если у него карта с рывком не выпадет на 6. Не, не выпало. Все, следующим ходом бей. Я спустил собак. Твою мать! Плюс у него правда... А, нет, я его убью! Убью я его! Да-да-да, убиваешь. Я посчитал тоже. Ну-ка, что там? Что у тебя за карта пришла, подожди. Наносит 2 единицы урона. О! Заюзай её! О! Теперь убивай провокатора хоть как, вообще. Ладно, я тогда буду издевательски его убивать. Вот просто издевательски, ну ты понимаешь, да? Я его еще потроллю. Ну и все. Жизнь от вот сделаешь. Я его еще потроллю. А, выливай. Ну поговори. Спасибо. Пока. Зависло. Я вижу. Вот очень даже неплохо сыграли мы. Все. Блин! На третьего ВВК чё не хватило, блин? А, стоять. Награда за четвертую. Чего? О, 2 карты порчи. Порча? Порча. Нормально так. В общем, давайте на этом закончим. Всем спасибо, кто смотрел. С вами были Чарли. Чарли Зомбиман. Да. Кулдаун, нанесите 100 урона героям противника 30-100. Нормально. Ну и, в общем, всем спасибо, всем пока. Увидимся в следующем видео.